Йоу, друзья, с вами Slow. Сегодня мы посмотрим на игру под названием Raft. Версия у нас на самом деле 1.04, то есть нет никаких 0.555, 0.67 и так далее. Полноценная уже версия 1.04. У меня даже есть список изменений, то есть это будет такой и первый взгляд, и обновление. Здесь есть у нас 3 кнопочки, даже 4, выход. Создать новую игру, играть выбранную игру и удалить выбранную игру. Выбранную игру имеется в виду ту, которую мы уже, видимо, начинали. Итак, если вы видите, что происходит на экране, я надеюсь, вы видите, то это то, что мы, в принципе, можем построить в этой игре. Да. Давайте начинать. Имя. Давайте попробуем так что-то сейчас придумаю. Слойка. Так. Сурвайв. А, все, сурв. Да пох. Create. Raft. Очень интересный логотип, такой прикольный. Итак, вот мы появляемся в игре. Можно прыгать. У нас есть тени от наших рук, но это все. У нас есть крюк, который можно бросать на левую кнопку мыши. Вот акула, кстати, далеко там. И я уже вижу, что-то плывет к нам. Итак, цель этой игры, вообще суть, мы оказываемся на небольшом плоту, в открытом океане, и все, что у нас есть, это крюк, при помощи которого мы можем вылавливать различный мусор. И нам придется весь этот мусор собирать, либо крюком, либо руками, да? Посмотрите. Руками, видимо, нужно дотянуться еще. Ну, давайте попробуем крюком так, хоп. О! О, у меня есть... Я не знаю, это не видно на самом деле, но у меня что-то есть. У меня есть какие-то палки. И там еще акула плавает. Не знаю, ее прицепить можно или нет. Так, вот попробую вот эту штуку. Хоп! На, слишком сильно. Так, давай еще раз. Хопа! Блин, это не очень легко. Это не так легко, как вы думаете, друзья. Ни хрена я не зацепил. О, зацепил! Еще какой-то плент зацепил. То есть мы можем вот так сделать, а потом... Просто притягивать, да. Неплохо. Так, вот туда хочу еще. Хопа так. Давай, оп, что-то зацепил, металл какой-то, еще что-то. Да, скрэп это какой-то, видимо, мусор металлический. Так, написано, создавайте свой рай из мусора и путешествуйте по океану в поисках полезных предметов. Давайте я вам лучше зачитаю обновление версии 1.04. Это сундуки, вау. А, можем подобрать наешку. Класс. Подсказка превращения предметов R. Не знаю, что это значит. Изменено описание топора. Сборы крюком быстрее при удержании левой кнопки мыши. Вот что, чем я сейчас и занимаюсь. Потом, что еще у нас? Крюк тянет в сторону игрока быстрее. Угу, это хорошо. Это только плюс. Акула наносит больше урона. Акула может наносить урон, твою мать. Акула имеет больше здоровья. Это хреново. Не очень хорошее обновление. И пункт укладки при... Ой, что ты... Хрень. И исправление. Стены не могут быть размещены на всех поворотах при размещении вокруг столба. Даже не спрашивайте, что это, я не понимаю. И еще одно исправление. Летающие кокосы. Не знаю, это что означает, летающие кокосы. Но, надеюсь, это хорошо. Что мы можем построить? У нас есть в правом нижнем углу экрана показатели здоровья, жажды и голода, как я понимаю. О, бочку нашел. Давай. О, нифига себе, в бочке что было. Так, я нажимаю на таб. Так, можем скрафтить? Нет, нужно как, нужна какая-то хрень. Мы не сможем скрафтить. А что если акулу прицепить, интересно? Вот возможно такое, нет? Опачки. Нет, скорее всего нет. Но если она только близко подплывет, я надеюсь, она не станет. Так, хотя могу накаркать. Звуки в этой игре есть вроде, но они очень тихие. Я попробую при обработке как-то это исправить, но я ничего не обещаю, как бы. Так, какой-то металл зацепил, поэтому жанр FPS-песочница, я не знаю, что еще сказать. Игра на стадии разработки написана, хотя версия 1.0 сколько-то там. Ну, как я понимаю, что на стадии разработки, то есть все равно будут приходить какие-то обновления. И, возможно, это у нас игра будет по типу Stranded Deep'а. То есть иногда я буду делать обновы, выживания какие-нибудь. По прошлой серии, которая сейчас есть Stranded Deep версии 0.23, мне написали, чтобы я делал и выживание тоже.
а не просто обзор обнов. Я, в принципе, с этим согласен. Я буду стараться. Stranded Deep у меня на канале идет хорошо. Соответственно, другие выживалки должны тоже пойти. Поэтому я предлагаю вам сделать вот так. Я сейчас вас спрашиваю. Вам нравится это? Твою мать! Иди нафиг! Как его убить? Он пытается сломать. Ах, ё-моё! Так, нужно быстрее починить. Билдинг хаммер нужен. А, стена как плот, пол. А, боже мой, охренеть. И что нам делать теперь? Так, семерочку нажимаю. Во! Блин, нам какая-то хрень нужна. Какой-то руль. А что это за руль такой? Тут его нельзя сделать. Вот, вот что нам надо. А, веревка, это веревка. Побыстрее делаем веревку. Так, R. R. А, мы крутим. Так. Так. На всякий случай. Охренеть. Мне нравится, ребята. Можем также стены сделать наверняка. А как нам это выбрать? А, правую кнопку мыши. Вау, это похоже на Rust. Да и сами согласитесь. Rust, Raft, это очень, в принципе, похоже. Да. Оп. Блин. Так вот, по поводу этого я немножко отвлекся. Если вы хотите видеть на канале другие выживалки, помимо Stranded Deep, я буду их снимать для вас. Вы только напишите об этом в комментариях. Было бы очень круто. Ну, либо сделать опрос мне лучше. А, воды, воды. А как мне воды? Что-то персонаж кашляет. Вода. Пур. Ага, мне нужна веревка. Так, вот для воды, что там? Вот. А, мы не можем сделать, нужно еще что-то. Так, сейчас. Подожди, выживай, я тебе говорю. Вода нужна, согласен, но... Что нам делать? Хоп. Давай. Хорошо. Так, что-то нашел. Да, крафтим. Эта штука, наверное... Наверное, сюда ее надо, да? Как-то можно попить? Я не знаю, мы умрем, что ли, если у нас это заполнится или нет. Так, бери. Либо я что-то неправильно сделал. Я не знаю, ребят, что это. Удочка. Какая удочка? Мы пить хотим. Как в этой игре попить нормально? Cooking station. Вот, короче, не коробка, а... Ну, поняли. Так, давайте попробуем сделать вот так. Неплохо. Я не знаю, почему у меня заходит на канале Rust, ой, никакой Rust, Stranded Deep, но по логике, если людям нравится Stranded Deep, то я могу снимать и другие выживалки. Только пишите, дайте мне об этом знать, ставьте больше лайков, смотрите ролики. Я так подумал, можно канал сделать в основном с выживалками, да, снимать почаще выживалки и иногда разбавлять там каким-нибудь сампом, да, GTA-шкой какой-нибудь или еще что-то такое снимать. Иногда. А в целом снимайте выживалки. Я не против, ребят. Лишь бы вы только были за. Все же для вас. Для вас же снимаю. Я не знаю, вот как тут попить. Я, наверное, сейчас умру, да? Ну, попытка не пытка. Все-таки первый раз играем. Если мы умрем, то... Ой, все. Нет, все. Это конец. Если я упаду... Все, game over. Давайте лучше попробуем создать новую игру. Ла-ла-ла-ла. ФГР. Что-то написал. А еще поиграем немножечко. И все. Там уже будем смотреть. Ничего пока не плывет. Я не вижу. Так. Небо очень красивое, можно сказать. Да. Игра наверняка прикольная, но мне задумка нравится. Это не просто какой-нибудь Stranded Deep выживалка в море, да? Хотя отчасти оно есть так. Это не какой-нибудь Rust, это какая-то помесь, но только со своей идеей. То есть оказаться на плоту, чтобы его так выстраивать и как-то путешествовать. Ну, по-моему, это что-то новенькое. Где вещи? Так, давай. О, хорошо, зацепил. Вот еще какой-то мусор. Надо побыстрее все это собирать на самом деле. Давай. Отлично. Бочка. Вот бочка, конечно, вообще топ. А бочка, она хорошая тема такая.
Рафт. Я решил снять, я хотел на самом деле сейчас вместо Рафта снимать серию по Stranded Deep, выживалку как раз, а не просто обзор обновы, но решил что-то снять новое, ведь это, в принципе, уж не старая игра, она буквально недавно вот начала заходить, я вот видел летсплей, подумал, ну почему бы нет, надо попробовать, я особо не смотрел, я просто посмотрел, какая идея у игры, ну и решил попробовать, что это такое. О, пальмовые эти. Как сказать, семена пальмы, что ли, вот такое. Сид — это вообще как семя. Ладно. Веревку нужно обязательно сделать, если пока можно. Веревка нам нужна. Эта хрень, да, мы сделали. Мы не можем здесь, мы можем поставить здесь. Хорошо. Так, вот как-то сюда. Давай, давай, да-да-да-да, хорошо. Бочка, вот бочка, конечно... Это нужная тема. А по поводу воды, я тут не очень понимаю, как это здесь все работает. Возможно, тут она сейчас стекать будет, да? А, уже очищенная какая-нибудь. И тогда будет нормально. Блин, это акула, она все ближе и ближе. А, вот, вот. Так. Мне нравится, что когда мы обратно возвращаем крюк, он может цеплять вещи по пути. Это вообще клево. Без этого играть было бы сложнее, так. Тут есть описание предметов, то есть, в принципе, можно прочитать. Как бы английский здесь, ну уж, вряд ли сложный будет. Что у нас еще интересно? Пока только доски, какой-то металл, веревки. Так, опа, пишет кто-то, пишет. О, оп, вот, видите, вот, хорошо. Давай. По-моему, что-то зацепилось, да, две штучки. Две штучки. О, вот это вообще улов. Вот это я понимаю. Главное сейчас, чтобы акула не напала. И у нас половина воды, я надеюсь, там скапливается немножко, хотя бы вода. Потому что оно нам реально надо. Оно нам надо. Так, вот сюда. Отлично, отлично. Какой улов? О, много веревок. Сейчас наделаем просто веревок. Немножко оставим на всякий случай. Может, они где-то тоже понадобятся. Cooking Station. Не знаю, нужен или нет нам Cooking Station. Какая-то хрень была. Ой, видели, да, какая-то надпись? Не знаю, провалиться можно или нет. Я рисковать не хочу лично. Чест, наверное, чест. А, чест мы не можем сделать. Топор. А нафиг он нужен? А, ну хотя да, нужен. Нафиг. Building Hammer. А, у нас нет достаточно... Вот этого. Достаточно вот, вот этой хрени. Опа, акула плывет. Так, ты вот эту не ешь, хрень, дурак. Дурак ты! Топор доставай, блин, быстрее. На тебе, на тебе. На. На, козел. Блин, он сломал. Сломал у меня хрень для воды. Что мне теперь делать? Так, хрень для воды. Наверное, сейчас не очень нужна. Так. Быстренько думаем, что делать. Вот это нужно сделать. Все прекрасно. Ставим сюда. На двоечку. Бам. А, не хватает, да? Вот. Во-во, хороший улов. Хороший улов. Улов вообще еще тот. Нормально. Сейчас все сделаем. Вот еще. А, и не хватает. Давай, закидывай. Опачки. Нет, правда, музыка очень тихая. Либо придется что-то вставлять вместо этого. Какую-то там музыку на бэкграунд. Чтобы чисто скучно не было. Либо что. Либо прибавлять в игре. Потому что тут очень тихий звук. Я надеюсь, это тоже исправит. О, сколько дерьма мы нашли, а? Ну, в хорошем смысле. Вот, как четко поймал. Так, сюда. Пока что хватит, думаю. Блин, воды опять мало. Мало воды. Твою мать. Тихо. Давай быстрее что-нибудь. Крафт. Семерочка. Я не знаю зачем. Давай быстрее, быстрее. Как ускорить? А, боже. Place your seats. А, блин, нет. Я не успеваю. Давай. Так.
Мы сейчас умереть можем легко, кстати, опять же таки. Ну, если мы сейчас опять умрем, чему я вообще не удивлюсь, конечно же, то нам придется... Нам придется уже... Пам-пам. Веточка. Заканчивать серию. Вот что. Так. Готовить еду. Вещи. Так, а здесь что? Во! Вот нам что надо, оказывается. Мы не можем как-то наполнить, а потом... Написано, может быть наполнено морской водой. Соленой. А, семерочка. Как выпить? Давай быстрее, блин. А можно побыстрее? Я сейчас умру. Я только сейчас догадался, как это делать. О, блин. Нет. Не умирай. Вот чуть-чуть подожди. Чуть-чуть подожди. А, блин. Я ж только так догадался. Не сразу, конечно. Но, по крайней мере, я догадался, как это делать. Узнал, понял. Ну. Блин. Это слишком долго. Мне кажется, я умру сейчас. Вот. Давай, давай, давай. Ну, чуть-чуть еще. Давай. Как? Как? Семерочку. Пей. Фуф. Добавилось. Так. Фил. Кук. Охренеть, вот эта новая волна у нас пошла, выживание. Так, 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 вода. Ага, хорошо, хорошо, да-да-да. Угу. Нет, твою же мать, не то, чуть-чуть не то. Вот, вот это то. А, так, зря, а вот если он съест вот этот кусок плота, то вот это тоже фигня пропадет, интересно. А, нужно сделать вот эту штуку опять. Троечка. Так, так, готовить? Хорошо, хорошо. Вот, видите, как я вообще просто справился с ситуацией. Гениально просто. Мне эта игра нравится. Я думаю, мы пока будем заканчивать. Пока у нас более-менее все работает. Еду не знаю еще, как готовить. Наверное, удочку надо будет сейчас сделать, ловить рыбу, а потом ее готовить тоже. Сделаем тогда мы вот такую штуку. А, у нас мало, мало железа. Ладно. Сейчас добудем. Вот, целых два. Сделаем. Чего-то мало, железа еще мало, да? Угу, ну хорошо. Что ты кашляешь, кашляешь, кашляешь. Ну, по крайней мере, мы бесконечно можем так готовить. Вот, то есть она кипятится. Блин, опять нападает на нас этот говнюк. А опять, наверное, да. Ну ладно, что бывает, что нам еще делать? Мы с ним никак не можем побороться, он все-таки акула. Вот, хоп, вот хотя бы одна у нас осталась. Поэтому это очень тоже важно. Вот здесь поставим. У нас уже нет материалов. Ну ладно, думаю, на этом будем заканчивать, как эскейп, если нажму, ничего не будет. О, сохраняется игра. Поэтому спасибо за просмотр. Saves game, main menu, конечно же. Все. Игра сохранена. Если вам нравится, ставьте лайки. Всех, опять же таки, с Новым годом. С вами был Злоу. Всем удачи. Увидимся. Пока-пока.